Дать шанс вылезти из долгов, не доводя дело до суда. Сегодня в Бобруйске специалисты разъяснили детали нового указа президента по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций. Работать по старым схемам не получится. Это и новый менеджмент, и стиль управления. До сих пор в Беларуси около 400 убыточных предприятий. Универсального рецепта помочь всем нет, но теперь есть инструменты, чтобы начать работать в плюс и договариваться с кредиторами. Альтернативой является выпуск дополнительной акции и погашение этой задолженности путем предложения данной акции кредитору. Во-вторых, это же акционерное общество, значит, предложить эти акции для того, чтобы кредитор вошел в состав собственников организации, правильно, и, соответственно, повлиял на политику организации, возвратил свои долги. При этом стимулом для нового руководителя может стать перспектива вступить в ряды акционеров с пакетом 25% плюс одна акция. Разделят ответственность за убыточные фермы и с руководителями местных органов власти. Именно они будут искать инвесторов, предлагая выгодные условия сотрудничества и курировать бизнес-планы.